Thank you.
нить, связывающей находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии, Хамой, Хумсом и Дамаском. После установления контроля над последним участком... Малыш перед школой, куда и ножки. На йогу все своим чередом. Эти дорами, которыми я живу, меня меняет изнутри. Надеюсь, что... 75 километров. В январе командование вооруженных сил Сирии поставило перед войсками задачу освободить от банд формирования. Опять военной операции удалось свернуть. Все рассказали. 32 километра. Российские конькобежцы в третий день чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити завоевали в четырех дисциплинах 4 медали. Золото с мировыми рекордами выиграли Наталья Воронина на дистанции 5000 километров и Павел Кулижников на дистанции 1000 метров. Серебро в активе Ольги Фаткулиной, бронзу в командной гонке и преследованию мужчин завоевали Данила Семеряков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Занимает второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата, завоевав 10 наград, 3 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые. Лидирует команда Нидерландов, третье место у сборной Канады. Чемпионат завершится. Заключительный этап, который был совмещен с чемпионатом. Континента. По итогам 8 этапов Кубка мира россиянка набрала 1500... Ой, австрийка Жанин Флук. Официальный курс доллара на выходные понедельник 63 рубля 45 копеек, евро 68 рублей и 77 копеек. Погода. По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра временами дожди, ночью 3. В Москве небольшой дождь, в ночные часы 0 плюс 2, в дневные 3-5 тепла. Сейчас в городе плюс 1, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 77%.
Yeah.